Війна на Сході, економічна та політична криза в Україні. І з цими проблемами зіткнеться новообрана Верховна Рада. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко на своєму ютуб-каналі. За словами політика, першочергове завдання нової влади – завершити війну на Донбасі та відновити мирне життя на Сході. Дуже важке наслідя стало во всіх смислах, де уходящий режим власті, яка вступає. Всем нам, всем украинцам, потому что и политический кризис, и экономический, а самое главное, война на Востоке, это, конечно, то, что просто убивает страну. И в первую очередь, надо выделить приоритеты, что надо решить. В первую очередь, конечно, по нашему мнению, это завершение военного конфликта, возвращение территории людей в Украину, восстановление территориальной целостности нашей страны. Потому что если этого не произойдет, то никакие инвестиции не придут, никакие инвесторы сюда ногой не ступят. И, конечно, в первую очередь приоритет – это остановка войны. И экономические вопросы, конечно, снижение тарифов, восстановление транзитного договора. Все эти вопросы, которые ставят люди. –